Одесские пограничники получили подарок – модернизированный вертолет. Машина пополнит ряды Одесской отдельной авиационной эскадрильи. Длительное время вертолет простаивал без дела, но теперь получил вторую жизнь. На машине установлены новые двигатели и современное навигационное оборудование. Модернизированный вертолет будет транспортировать больных и раненых и оказывать им медицинскую помощь. Державна прикордонна служба отримала на озброєння модернізований вертольот Мі-8 МСБ-В, на якому встановлені сучасні потужні двигуни ТВ-317, також встановлене сучасне навігаційне обладнання, медичне обладнання для перевезення хворих або поранених, встановлений прожектор спеціальний для моніторингу державного кордону вночі. Одесская эскадрилья вскоре получит еще один вертолет. Он сейчас проходит модернизацию. Кроме того, ожидается пополнение за счет машин, закупленных во Франции.